Всем привет, с вами Комаров Виталий. Сейчас у нас очередная распаковка с Алиэкспресс. На этот раз я заказал макетные платы. Одна из них с блоком питания и с кучей-кучей проводов. Посмотрим, что же за хрень такая нам пришла. Так, это начинаем так отдерем. Ссылочка сдвоенная, то есть одна макетка, другая макетка. Так, эта макетная плата должна быть прозрачной. Я ее заказал просто в чистом виде, как макетная плата. Заказал я это сыну, а может и больше себе. Вот такая вот макетка. Ее преимущество в том, что она прозрачная. То есть все контакты здесь видно. Это у нас все можно отсоединить. Это у нас идет на скотче. Ну, такая вот макеточка. Ну, вроде бы ничего. Так, посмотрим, что у нас за вторая макетка. Так, это мы пока отложим. Мы их еще попробуем испытать, эти макетки. Так, распечатываем. Да, действительно, резать легче. И достаем. Вот. Вот простая макетка, а вот прозрачная. Хрен редьки не слаще. Это посветлее, а это попрозрачнее. Во. Так, что у нас здесь еще в куче-то? Высыпаем, высыпаем. Так, а это вот блок питания для макетной платы. Вот он. Так, и куча-куча проводов. День китаец здесь своих не забыл. Здесь он тоже денег своих не забыл. Так, так, вот, так, всю эту хрень мы укидываем. Так, вот эта вот макетная плата, она должна быть на 12 вольт. Вот что она из себя представляет. Здесь переключение, перекидываешь перемычки, и тебе хочешь 3 вольта, там 3 с копейками. Попробуем подсоединить сейчас. Так, конечно, это все. Первый разик. Блин, ну не особо-то и легко вставляется. О, вставилось. Все. Поставили. Так, теперь мы подключаем блок питания. Вот здесь вот у нас должно быть 12 вольт. Смотрим, что у нас тут получится. О, она уже работает, елки-палки. Вкл-выкл-выкл-выкл-выкл-выкл-выкл-выкл. Так, ну что ж, надо померить, как говорится, напряжение у нас, да? Так, мультиметр достанем из чехла. Как же это все сделать? Во. Вот, вот так вот, наверное, будет удобнее. Так. 20 вольт. И что у нас здесь? Так, щупы тоненькие, должны пролезть. Но они не достают. Не пролазят такие щупы сюда. Значит, у нас есть проводки. Если мы не так, так эдак, значит. Ну, возьмем мы провод. Так, это нам надо все отрезать. По-моему, здесь 65 проводов всевозможных таких размеров. Так, возьмем мы красненький и возьмем мы покороче-то нет, ну и возьмем мы черненький. Черненький у нас будет минус. Вот так. Красненький. Так, это нет, это вот здесь вот. Блин, как-то они тут. Не знаю, сейчас посмотрим. Подключаем.
Так, смотрим, сколько здесь вольт час подается. Так, а я еще и не включил, а проверял, надо же. Ну-ка, достает, нет? Да, кстати, достает. 3,3 вольта здесь. 3,3 вольта здесь. Кстати, вся. Вся плата запитана. Так, перекидываем перемычку. Перекину. Туго садится. Так, теперь у нас здесь должно быть 5 вольт. Перекидываем здесь перемычку. У нас теперь здесь 5 вольт. Первый раз я, оказывается, плату не включил. Ну, 5 вольт. Плата так рабочая, блок питания рабочий. Пока что. Смотрим дальше. Вот эта штука у нас должна что-то выдавать. Посмотрим. USB, что у нас выдает или не выдает. Лезем, лезем, влезли. Запиталась. Она выдает 4,9 вольта. По инструкции где-то 0,7 ампера она должна потреблять. Посмотрим, сколько она потребляет. Все, отключается блок питания. Блок питания отключается. Да. Так. Видно, нет. Что у нас показывает? Блин, я плохо вижу. 2658 миллиампер. На данный момент. Вот как-то так. Ну, а это она отключается у нас. Прям сразу. Так, 0 ампер. Почему 0 ампер? Одну запускаем. Отключается. Две запускаем. Так. 5 вольт. И она... Нет, не оселяет. Слишком большая нагрузка. Простой телефончик получится заряжать, а вот сотовый смартфон, который хорошо потребляет, он, наверное, отключится. Ну, что-то запитать. Так, вот эти вот концы, они предназначены для... Ну-ка, фокусируйся. Во. Вот эти вот все концы, они предназначены для запитки платы Arduino. Здесь тоже должно подаваться напряжение определенное. Оно здесь есть. Вся платка работает. Все здесь под разными напряжениями. Так что вот такая вот макетная плата. Сюда можно впихить все что угодно. Ну и проверить, как это работает. Не работает что-то. Для ардуинчиков это золотое дно прям-таки. Просто взял плату сюда, воткнул, запитал ее, как тебе надо. Все, проблем нет. То есть дорожечку сюда раз, запитываем. Запитали, например, так. И запитали, например, вот так. И как-то криво. А тут болтается, вот так вот, прям, ну, зажимается. Ну, а теперь можно померить эти дорожки. И дорожки у нас запитаны. Можем сделать так. Опять дорожки замеряем. И они у нас... Не понял, что, не запитаны, что ли? Ну-ка. Блин, или я не туда тыкнул. Так, раз дорожка. Два дорожка. Вот, все, питание идет. Так, теперь мне бы хотелось ее прозвонить. Это мы питание отключаем, отсоединяем на прозвончику. Так, вот эти вот дорожки, каждая дорожка вот эта вот, она одна. Между собой они связаны быть не должны. Вся плата
это что ты? Запитывается. А здесь что нет? А здесь одно гнездо не запитывается. О, как, ну-ка. А здесь... Ага, а вот этот гнездышко не работает. Почему? Почему? Потому что. Потому что китайская. Так, а это у нас как? Ну, это все так же. Вот мы их положим. Прозвоним. Так, 220 в нее, конечно, втыкать нельзя. Это уж точно. Ну, любая дорожка, она прозванивается. Вот я на бум беру, втыкаю. Вот, то есть, каждая дорожка это отдельный элемент. Здесь скотч двухсторонний и здесь двухсторонний скотч. Их можно вдвоем вот так слепить. Они соединяются. Должны соединяться. Но, по-моему, здесь это этим не попахивает. Как-то здесь соединение есть, а здесь нету. Да. Печалька. Так. Здесь есть для соединения место. Здесь что-то ее как-то нету. Что-то они как-то не стыкуются. Так что если вы берете две разные такие вот платы, то они между собой не состыкуются. Вот одинаковые, да, должны состыковаться. У них как-то здесь немножко по-разному сделано. Отличаются они. Ну вот, вот такая вот игрушка сыну, да и мне тоже неплохая. Я еще ему, может, и не отдам. Да? Вот моя супруга уже сказала взглядом своим. Мало мне одного ребенка. Еще один будет. Ну вот. Произвели. А, кстати, вот это, как она полезет сюда, нет? Так, Ардуинг сюда, по-моему, лезет. Сейчас могу. Лезь, зараза. Лезь. Блин, я сломаю. Сейчас я маленько позлюсь, я ее сломаю. Что-то она туда. Туда она как-то легче пихалась. Ты пихай еще ты, заразу. А, все. Она впихнулась туда. Так, померим. Ты чего ее мерить? Рабочая она? Есть рабочая. Напряжение. А, включить-то. Втыкалку включить надо, да. Так, здесь 5 вольт. Здесь у нас на 3 поставлен, по-моему, да? А, нет, на 5. Почему на 5? Так, тут 5. 5. А тут 5. Ну, давай. Так, а теперь что здесь должно быть 3. Да, тут 3. Так что все работает. Жаль, что у нас такую хрень не делают. Может быть, она у нас при определенных условиях, может быть, и дешевле бы стоило. Ну, приходится вот такую вот хрень, такую вот мелочь заказывать нам в Китае. Как-то печально насчет этого, но хотя бы есть где заказать. В данном случае спасибо Китаю. Так, все, покедово. До новых встреч. У меня еще интересная посылочка идет. Очень интересная. Многим будет интересно посмотреть на это все. Дай бог, конечно, чтобы это все работало. Так что подписывайтесь на канал. Посылочка не дешевая, сразу говорю. Мне она обошлась в 3500. Так что посмотрим, что за хрень придет. Испытаем. До новых встреч. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Я есть в социальных сетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. В Инстаграме тоже что-то у меня там есть. Покедова.